А перед началом данного ролика я хочу вам порекомендовать офигенную группу Minecraft, а юмор ВКонтакте, а Minecraft Elite Humor для профессиональных игроков. Minecraft здесь самые современные мемы по игре Minecraft, по разным другим приколам по игре. В общем, рекомендую всем жирные пальцы подписываться нахер на канал, на группу ВКонтакте и на канал тоже, если хотите. Ну, по-любому подписывайтесь сюда и туда. Ладно, приступаем к видео непосредственно. И всем привет, с вами обзорчик на Мбату, на Руси, дрон-дрончик, мазафак бич. И сегодня хотелось бы обратить внимание общественности на такой важнейший вопрос, как цена на отсосу мыши. Ребят, как вы, я думаю, все знаете, отсосу мыши теперь стоит 90 рублей. Это пипец, я считаю, просто другим словом не назвать такую стоимость дорогую. Но живем как-то, надо бороться с этим. И сегодня я вам предлагаю, ребята, уникальную возможность, уникальную методику, бизнес-методику бесплатного получения отсоса у мыши. Казалось бы, вот он, отсос коин, но почти бесплатно можно получить. Но это опять 20 рей, ребята, это тоже бешеный только. Он 9 рублей стоил, а вот в том году только нахер, а уже 20-ку как минимум, ребята, ну... Это ни в какие ворота не лезет. Именно для вас я разработал специальную нахрен бизнес-методику, как бесплатно получить отсос у мыши. Результат будет немного отличаться от оригинального отсоса, но в целом это вам подойдет, потому что все, что вам нужно, это наличие интернета и игрового мощного компьютера, как у меня, ну или хотя бы ноутбука, допустим. Вот. И первое, что вам нужно сделать, это скачать игру Minecraft. Можно бесплатно скачать с интернета, смотреть, допустим, вот так вот, заходим просто к Google, заходим скачать Minecraft, вот так вот вбиваем, допустим, Minecraft, вот, допустим, первая ссылка открывается у нас, и скачиваем Minecraft, ну вот, скачать на трэшбоксе, где хотели, на пипиське, на трэшбоксе, там, где угодно, короче, скачиваем, смотрите, как кошечка какая прикольная, мем, можно мем сделать с этой, ладно, у нас сейчас не мем, у нас сейчас серьезные дела, ребята, отсосу мыши, это вам не шутки, так что давайте перейдем, я игру скачал, как скачать игру, я, может быть, выпущу отдельное видео, вот, а сейчас я вам покажу, как получить бесплатно отсосу мыши с помощью игры Minecraft, ребята, ну это пипец, конечно, кто бы мог догадаться, но прикольная игра, но кто бы мог догадаться, что она настолько крутая, что здесь можно бесплатный отсос получить. А, для начала заходим сюда. Давайте-ка вот на этом мире покажу вам, продемонстрирую. Да, творческий режим читы, ну как ожидалось. Вот. Сейчас я покажу вам, как сделать бесплатный отсос у мыши. Вот. Эй, что за говно? Так, этот мир нам не подойдет, черт подери, черт, он, что за обманка, блин, написан творческий режим, там, выживание, ребят, скачивайте Майнкрафт только на нормальных сайтах, потому что скачаете, как я, говно какое-то, все, ладно, отдельный видеоролик будет, если у вас нет игры, лучше не пытайтесь сами, но у меня есть, сначала способ о том, как получить отсос у мыши, ну да, допустим, отсос. У мыши, конечно, бесплатный, ну вот, чтобы вы понимали, что это бесплатный отсос. Блин, а что, выживание, что ли, сделал? Ну, что за фигня? Ну, это что за дебильный Майнкрафт, я не пойму. Ладно, сейчас еще раз будем. Ну, результат нас с вами должен всех порадовать, потому что бесплатный отсос, ради него можно вообще что угодно делать, я считаю, ради хардкор. Ну, вот режим обязательно нужно выставить творческий, ребят. Вот. Мне желательно назвать отсос мыши бесплатный. Ну, я уже говорил, мыши бесплатный. Если вы хотите прям скоро отсос получить, я рекомендую вам вот это отключить. Сделать супер плоскость. Ничего можно не настраивать. Читы, конечно, врубить. Это вырубить все нахер. Все, отсос мыши бесплатный. Мы заходим в мир. Создаем новый мир специально для отсоса. Вот, у нас появилась такая фигня. Вот, какое-то говно там прыгает. Но оно нам не помешает отсос получить. Вот, для начала мы должны непосредственно сделать саму мышь. Вот, подойдет обычная земля, в принципе, какая разница, мышь у нас импровизационная такая будет. Допустим, это у нас будет мышь такая. Теперь нам нужно подписать, что это мышь, иначе не поймет игрок, что это мышь. Табличка нужно найти, табличка, где у нас табличка здесь странная.
Блин, что за тупорылая игра, нахрен таблички даже нету, пипец какой-то, ребят. Скачивать только нормальный Майнкрафт, это такое же говно, ну ладно. Тогда вот это, таблички, вот нашли, ну нормально, видимо нормальный все-таки Майнкрафт. Так, ладно, нам дальше нужно подписать то, что это мышь такая. Сзади подпишем. Мышь задняя. Задняя часть, а спереди передняя. Ну, чтобы сразу там ничего не подписывать, ну, типа, чтобы, вот, мышь, видите, мышь задняя часть, а спереди передняя. Да, ну, вот тут передняя у нас получается. Теперь мы непосредственно делаем само устройство, то есть пипиську. Конечно же, для этого нам понадобится, я рекомендую делать пипиську по такому способу, потому что так вообще четкий отсос получается. А если вы будете сами что-то придумывать, ну, может, у вас что-то не получится. Так, да что за говно еще? Не мешай мне у мыши, блин, сосать тупорылая. Так, дальше. Строите письку лучше, как я делаю, как я говорю. Но вы можете сами попытаться. Там, может, у вас нормально сосаться будет. Я рекомендую строить письку по такому рецепту. Вот такую вот письку. Длину вы можете сами регулировать. Я считаю, оптимальная длина 3 блока. Но можете вы сколько хотите сделать. Давайте вот сколько сделаем. Столько блоков длину, писька нормально. Чем длиннее писька, тем приятнее отсос. Но смотрите, не переборщите, ребят. Потому что все-таки это процесс такой деликатный. Один лишний блок и все нахер. Отсос будет вам не удовольствие уже в это. Так, пипец, вот это вот говно меня раздражает. Немного, надо уровень. Если что, ребят, вот сразу минус. Ставьте уровень повыше, чтобы вот эти, блин, пипети... Не буду матерные слова, что вот эти пидорасы не спавнились тут, ребята, потому что они мешают сосать. Ну и дальше непосредственно вы убираете все нахрен, делаете яму такую, кидаете все туда, чтобы вам не мешали сосать. И начинаете так вот легким движением подходить. И вы вот непосредственно, ребята, вы, может быть, еще не осознали, но прямо сейчас мы сосем у мыши. И вы не заплатили за это ни гроша, вы понимаете? Ну, только за интернет. Вы не заплатили ни гроша. Вот это будущее, ребят. Это бесплатный отсос у мыши. Ну, конечно, это киберотсос получается, но киберотсос, он и есть платный. Здесь вы сами кастомный себе отсос делаете, и он получается для вас абсолютно бесплатный, ребят. Так что я всем рекомендую нахер использовать мой способ получения бесплатного отсоса. Отсосу мышцы, длину письки, как я уже говорил, можете регулировать самостоятельно, а также поддержите меня дизлайком, подпишитесь на канал нахер, и не забываем вступать в группы ВКонтакте. С вами был обзорщик на Амбатун, Руси, Дрон, Дрончик, Мазафак, Бич. Еще раз подписывайтесь на все это дело, обязательно сосите у мыши, и еще услышимся.